Отопительный сезон начался, тепло уже подали на социальные объекты «Орла». На очереди жилой фонд. Подключение многоэтажек ведется по заявкам управляющих организаций. Приступили к подаче тепла в нашей зоне ответственности. Поэтапно в течение нескольких дней мы подадим теплоноситель до всех зданий. Всего их более 1000, из них 767 – это жилые дома. Процессу запуска централизованной отопительной системы предшествовал большой объем подготовительной работы. Мы отремонтировали и обновили генерирующее оборудование, теплосетевое, а также заменили ветхие участки тепловых сетей. Общая стоимость летней ремонтной кампании составила более 500 миллионов рублей. В отопительный сезон теплоэнергетики входят по графику, однако появление тепла непосредственно в квартире связано еще с оперативной работой управляющих компаний. Теплоноситель до стены дома поставляют теплоэнергетики, а дальше действуют представители ЖРЭУ и ТСЖ. Андрей Погосян, Илья Афонечкин, телеканал «Первый областной».